традиции, а в этом году вы о ней забыли. Стыд вам и позор. Ладно, в этот раз, возможно, мы слегка отклонимся. Хотя ритуал, возможно, и не пойдет по плану. Из года в год мы проводим шабаш. Однако в этом году был подводный город Таларион. Возможно, это было именно его диверсия, потому что мы не принесли воду. Возможно, но при этом его диверсия не выйдет. Мы сильный Таларион. Он да. Решите если судеб и разрушите человеческие жизни, сможем преодолеть их злые козни. Нам ничего не помешает. В этом году мы сможем провести все хорошо. И мы сможем справиться с их злыми силами. Вам ибо мы сильные. Не смейте перебивать родительницу. Как вместе, так и каждая по отдельности. Теперь, когда хотя бы часть ритуала соблюдена, мы можем начать пир. Время начать пир и вкусить чудеснейших плодов и напитков, которые даровали вам ваш регион. Теперь у всех есть свободное время, можете спокойно пообщаться, покусить. Рассказать о своей истории. То есть действительно выжить и нормально пообщаться. И уже... Самое главное, это мерзительная тварь. Выродок, который затаскивает в свое логово всех тех, кто попадается на его пути. Потом выступает мерзкая мачеха, которая убивает детей. Следом можно встретить в тайных, скрытых от солнца местах старика, который так боялся своей смерти, что скрылся от нее. Он стал одиноким существом. Далее идет никому не нужный и брошенный ребенок. Потом людоед, который пожирает всех тех, кто встретился на его пути. Потом выступает дама в красном, которая убивает несчастных и невинных девушек. Это про меня. Под знаком Саламандры. Следом выходит ужаснейшая горгулья пророк. Далее выступает Зодиак. Слишком много. Мерзкий и нищий, обворовывающий всех. Потом идет выходит последний взгляд утопленника. Все 12 сейчас здесь. Двое из них уже мертвы, остались здесь. Массы собрали. А, 10. Это действительно. И воду в флаконе принесли. Да, косяк. Такой тенденции может и 13 внезапно. Она была слишком свежа и не подходила, так скажи. Реально все четверо прошли и реально все ослепли. Про флакон ничего не умеет. Старость и радость. Я же говорю, это все проделки 13-го. По-любому, он просто попутит. Без. И хоть мы иммунны ко многим вещам, но, видимо, его влияние было слишком велико. Надо задуматься, не играть. Ладно, хорошо, вот и есть. Мне кажется, 10 минут этого нашего ажиотажа прошли. Давайте уже решим, кто нами руководит, и пойдем спасать. А то руководить будет. Давайте... Все-таки решим, что мы делаем дальше. Наши договоры и выполненные задания по очереди. Начнем по часовой стрелке. Оттуда. Что?
Да. А я вообще-то обидно. Не заметно? Нет, не знаю. Еще раз. Рассказывайте, сестрица, договоры, что кто сделал. Ну, подожди, вот там первое. Там какие были договоры? Да, 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 да. Договоры, что сделала? Хвост. Зеленый день, да. Количество договоров, количество выполненных будет дел. У меня 11 договоров и дел. Мы их не считали. А как можно посчитать? По местам. Ну, вспомните. Нет, свои, с кем ты конкретно? Ну, да, деревня пополам. На каждую, да, рассказывайте. Деревня пополам и плюс, ну, по 3-4 человека в одном городе, по 3-4 человека в другом городе. Мне кажется, будет справедливо. Нету. Мне кажется, будет справедливо, если ты назовешь имена всех ваших подопечных. Вот ты конкретно. Это еще тяжелее. Ты всех их помнишь? Не всех, но большинство назовут. Я думаю, при свете дня я смогу это сделать, но сейчас это немножко тяжело. Следующее начинаем. Я помню, у меня была Фанни, Йоха Став, потом Лами. Короче, все, эти которые я помню. Ну что ж, они просили снятия безумия, ну, не жалко. Также мы даровали им, когда у нас были интересные задания, которые мы с удовольствием... Да ты не про задание, ты про выполнение работы. Похвались. Похвались. Ну, ей мало дома. Ну, около 10 штук. Зато какие мы славные дела сделали. Это верно. Роглен упокоили. Вот они все рядом. Да, Роглен упокоили. Роглен упокоили. Ковер собрали. Это не Роглен. Кемерово упокоили. Нет, конечно. Ну, заставив обманом на себе жениться. Это вообще очень, вы вообще... Было дело, да. Как они удивились, Кемеру упокоили, когда упокоили. Из этого еще и договоры подписались. Договоры, когда они были рады, они следовали параллельно, они все не задали. Поэтому, в принципе, у меня очень много, но это... Да? Подворачивался случай, я их обязательно. Да, мы их не считали. А чем ты похвастаться можешь? Да я на самом деле похвастаться мало чем могу. Я похвастаюсь вам двумя историями, не про себя. Мне просто случайно не нравится. Первая история. А почему не про себя? Ну просто можно похвастаться. Первая история. Ну, ладно, один давай. Прекрасный рыболов. Заработал 840 монет. Вторая прекрасная история. Один прекрасный рыболов собрал алхимическое зелье на один ресурс. На один. Да, если вы знаете нюансы, да, он собирал нам я убью его! Я люблю хвастаться другими. Он их трех ресурсов собирал, за этот один ресурс и делал я свит. Вот. Нам чуть-чуть больше понадобилось. Вот, собственно говоря, ну вот, это краткая история, не пример. А у меня все очень скромно. У меня, сейчас, я сейчас точно скажу, 5 плюс 7 плюс 2. У нас 9 плюс 5, 14. У меня 10. Вот, у меня 14 договоров, все они при мне. Я готова их подтвердить. Вот. Из квитов сделано немного, всего 2. Ну, собственно, собираем свитку, раз как считаем. Вот. И второй был квест заманить в пати в данж, и чтобы вышло только я. Не, у нас квест в вот. А, нет, извините, и третий, травление лауткарта, мы там немножко потравили, ну так. В общем, 3. Вот. 33 квеста и всего-навсего 14 секунд. Так. Ну, мы пытались также... Сейчас, давай вспомним, что квесты. Воплощение Равены, потому да. Что она убивала Вейну. Лучше контракт считается за 5 очков, а вот эти квесты за 5 очков. Ну, не знаю. Наконец-то мы пытались воплощение Равены. А у них что? Контракты важны. Мы выполнили 5 больших квестов, да, и несколько они были очень сложными. Нам через многое пришлось пройти. Чтобы... Знаю, понимаю. Да. И поэтому на договоры, собственно, они и попутно большие шли. Молодцы. Они шли попутно нашему. Да, хотелось бы сильный, но для нас это было первостепенная задача. Мы преследовали большую цель, чем просто. Мы не хотели, чтобы дальше умирали наши сестры. Нас сейчас всего лишь здесь четверо. Очень жаль.
Покайтесь. А я тоже похвастаюсь. Да, да, да. Бумажка, на которой есть красивая надпись, такая вырисованная, прям иероглифом. И за что же она? Договор. А? Вон та. Я успокоилась. Она не сгорелась, она подпалилась. Подпалилась. Она так тоже красивее. Ну вот, я пишу, один пытался ее исповедовать. Конечно, было. Он просил мне покаяться. Сестры, я объявляю нам странные танцы. Да начнется пир и пляски. Миньон тоже участвует. Ура! Миньон, да, согреемся! Мари, хвали! Дайте огня! Я даю тебе срамные! Срамные! Срамные пляски! Петр, а у вас тут такой тамазанец? Пляски! 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 Ай! Это почти было сухо. Давайте! Так что это для крепости. Просто это что, это вот эта музыка? Да. Я просто жду. Если ночь была подготовлена, если бы не спала, если бы не спала, давай, давай, хоть пусть кто-то исполнит нормально. Видимо, отдай свой голос, а он упор. Вот первый день с радостью, вот мне тогда была сырная ложка крутого. Старину это тряхнем костями-то. Сколько там, по 4 штука, не меньше? Спасибо. Я могу без них. А что все это? Шанс обрести. Сильнейший Ковином уже, разумеется, не стать. Но можно обрести хорошую силу и задать жару. Всекайте, друзья. Из них выпадает что-то невероятное. Милая леди, давайте мы с вами договоримся. Вот то, что мы находим, мы будем делиться. Сразу мы сразу и очень быстро. Завтра очень мало помню. Ну что, за дружбу, сестрицы, руки. Хорошо, но... За дружбу! Коли кому-то будет угрожать опасность, мы поддержим друга, не оставим в беде. Не оставим. Если кого-то решат убить по-настоящему, если навсегда, кого-то решить бессмертие, никто не останется в стороне. Если, согласны? Если мы будем рядом, мы поможем, если мы будем далеко. Ну, естественно, если мы не будем знать. И главное, мы обещаем делиться информацией. Вот. Да будет так. Заведь! Заведь!